Привет, с вами Виконста. Сегодня мы отправляемся в Симеиз. Время на часах почти 6 утра. Солнце только встает. И мы идем на автовокзал, чтобы отправиться на 115-ю маршрутку. Вот сейчас я где-то вот здесь нахожусь. Кому интересно передвижение, то заходите в карты Google и вводите название того города, куда вам нужно уехать. После того, как вы ввели и у вас готовый результат выскочил на карте, вы просто нажимаете маршрут. И все, выбираете самый подходящий. И, соответственно, вот здесь есть номера автобусов, на которых вы сможете приехать туда. Мне нужно еще пройти будет пешком до автовокзала. И, соответственно, на 115-м вот 35 остановок проехать. Здесь показывают приблизительное также время. То есть неважно это, будь то другой город. Поэтому выходите заранее. Днем в Крыму пробки большие. Поэтому старайтесь выходить чуть-чуть раньше, чем обычно. Вышел я уже на остановке, спрашивал за жилье, какие цены. В общем, здесь можно арендовать квартиру, номер, за 450 рублей с человека. То есть это практически в 3-4 раза дешевле, чем в Ялте. Поэтому рассчитывайте, если вы сюда приезжаете, то за жилье вам придется отдать ну, где-то раза в 3 меньше. По ценам, ну, еще некоторые магазины закрыты. Некоторые продукты питания я уже увидел, чуть дешевле, чем в Ялте, но не намного. Спускаемся на пляж и посмотрите, сбоку видно кошку. Это скала, гора Кошка, она оберегает по поверью сам Крым. И вот там скала Дива. По легенде, девушка за злые деяния превратилась в камень. Поэтому она всю жизнь теперь мучается, смотря на море. По лестнице спускаемся. Отдыхающих пока не видно. Но, во-первых, раннее утро. Но, во-вторых, я еду показывать вам природу, а не людей. Дороги в Симеизе в хорошем состоянии. Я бы сказал, недавно только постелили асфальт. Поэтому передвигаться здесь можно с комфортом. Если собираетесь путешествовать, посещать новые места, то запаситесь терпением. Очень много информации нужно узнавать только через интернет. Здесь также есть обозначение. Знаки моря. Значит, мы на правильном пути. Сейчас пройдемся по прибрежной линии. Ну и глянем, как выглядит сам Симеиз. Красота. Отдыхающих почти не видно. Вот там только вдали начинают проявляться люди. И вот мы выходим на пляж. Здесь есть парковка для автомобилей. Поэтому машину здесь можно разместить. Это вам не Ялта, где нужно занимать место заранее. Здесь валуны, которые защищают прибрежную зону. Вот там с самого начала, за закруглением, везде камни. То есть купаться здесь можно, но нереально. Ну а мы как раз пройдемся в эту сторону. Глянем, как здесь выглядит пляж. Видите, здесь как мини-бухта. Вода здесь, наверное, максимально прогревается. Днем, так как полукруг все-таки замкнутый, и вода здесь намного теплее. Асфальт новый постелили, видите, какой слой, толщина. И по бокам отваливается. Ну, хорошую подсыпку делали. Смотрю, рыбаки здесь также есть. Ловят, наверное, что-то, либо просто забрасывают удочки. Это вам не набережная в Ялте. Здесь крупная щебенка. Сейчас пойдем посмотрим на прозрачность воды. Также можно здесь сделать крутую фотку. Запилить в Инстаграм, либо еще куда-то. Ну, конечно, прозрачность воды здесь максимальная.
из всех мест, где я был, то здесь вода очень чистая. Но смотрите, какой крупный щебень. Очень круто. Видите, как проявляется кошка? Вот представьте, как природа может соорудить такое сама? Вот как? Может, это какие-то потусторонние силы все делают? Также там есть смотровая площадка, на которую мы чуть-чуть попозже заберемся. Видите, здесь уже хорошая мелкая галька. А на самом берегу крупный щебень. Вообще желательно ходить на Черном море в шлепанцах. Либо закрытые такие кроссовки есть. Они не дают ноге сильно впиваться в камни. Наблюдательный пункт. Здесь, по идее, должен быть спасатель. Давайте поднимемся наверх. Здесь ступеньки хорошие. Видите, сделали еще такой угол, чтобы не под 90 градусов, а хотя бы под 45. Чтобы не так ноги оббивались. Чем мне нравятся отдаленные города от Ялты? Тем, что здесь меньше отдыхающих. Ну и, как вы видите, меньше развита инфраструктура. Кому нужен отдых, природа, чистое море, но и меньше людей, то, конечно же, нужно ехать подальше от крупных городов. Воздух тут, конечно, шикарный. Специально выбираю такие места, где побольше тенька. Прекрасный воздух. Вообще ходить полезно. В день рекомендуют проходить как минимум 5 километров. Ну а у меня получается около 20. Но тоже ничего. Нужно вас как-то радовать контентом. Вроде бы недавно были вот там, а сейчас почти на горе. Сколько здесь пройдено человеческих шагов. Несчетное количество. Видите, здесь вообще есть дикие места. Только камень и один человек плавает. Дорога здесь расходится на два пути. Вот один, который идет по лестнице вниз. Там вообще никого нет. И вот второй. Здесь уже забор и загорожено все. Смотрите, здесь спуск крутой очень, поэтому рассчитывайте. И очень скользко. Видите, камень такой уже обточенный, отшлифованный полностью. Я думаю, рассказывать тут особо нечего. Я думаю, здесь нужно просто почувствовать атмосферу. Вон как этот человек. Сам себе купается, отдыхает, никто ему не мешает. Представьте, это ж люди делали для нас же, старались. Чтобы мы ходили и смотрели красоту с высоты птичьего полета. Основной спуск мы прошли. Видите, какая большая скала. Может обвалиться в любое время. К
Кстати, кому интересно, то в Крыму бывают землетрясения, крайне редко, но все-таки движение литосферных плит происходит ежеминутно. На 1-2 миллиметра плюс-минус всегда движение присутствует. Поэтому высоты постоянно меняются. Конечно, никто это не засекает, но сам факт. Земля то крутится, ну и плиты должны как-то двигаться. Так, ну что, нам предстоит теперь забраться по этой лестнице, и мы будем вон там. Смотрите, здесь настолько скользко, что кроссовки просто скользят. Поэтому нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Я вам показываю всю дорогу от А до Я, так как это интересно. Чтобы вы немного также прочувствовали, как это я чувствую. Ну а тут хоть есть перила, на которые можно облокотиться. Это ж привезти сварку сюда надо. Генератор, заправить его, сделать лестницу. Какой колоссальный труд проделан. Ну и вот смотрите, та самая гора Кошка. Конечно, не в таком ракурсе, как я показывал сдалека, но приблизительно силуэт вы понимаете. Вроде бы места банально простые, но в то же время здесь хватит 1 минуты, чтобы ощутить эту всю красоту. Мы почти у цели. Плавно, не спеша, двигаемся. В горах и дышать как-то тяжелее намного, чем на уровне моря. Ну, наконец-то мы на вершине. Это Семиис. Смотрите, здесь даже поставили урны. Представьте, это кто-то сюда каждый раз ходит и забирает этот весь мусор. Я вообще не понимаю, зачем вообще люди сюда что-то кидают. Ну, вы же как-то сюда принесли это. Ну, будьте добры, унесите. Молодцы, конечно, то, что урны поставили, но зачем это делать? Зачем свинячить? Не понимаю. О, это больная тема с этим мусором. По всему миру всегда люди мучались и будут мучаться, сколько бы ни рассказывали, но все равно мое дело сказать, но ваше прислушаться. В общем, вот такой открывается вид. Гора Кошка, мы на скале Дива, Семиис на ладони. Слушайте, сюда даже собаки ходят. Представьте, это какой путь нужно проделать, чтобы забраться сюда. Небольшой привал. Нужно немного остудиться. Если вы собираетесь в походы, то обязательно у вас должна быть вода. И желательно как минимум 2 бутылки на человека. Ну, к примеру, у меня 2 полуторалитровые. Если вы, конечно, чуть меньше по весу, то как минимум 2 литра. Это как минимум. Потому что, когда вы поднимаетесь куда-то, тратите энергию и силу, то вода выходит с вашего организма. Поэтому нужно пополнять ее запасы. Шикарные места. Если вы здесь будете, то обязательно посетите их. Сегодня мы побывали в Семиисе. Если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну и, конечно же, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока!